Мне самому сейчас домой добраться, правда. Федук, блядь, все, я уже с ним скатался, теперь твоя очередь, нахуй. Да куда я сейчас с ним поеду, сам по себе? Скорую помощь, блядь. Я не знаю даже адреса, где они нахуй. Ну я его, блядь, вызвал на такси. С Кайфосовского, блядь, едьте нахуй, все. Ладно. Он, блядь, всю ночь будет ныть, нахуй. Нахуй мне это надо слушать, блядь. Кто будет ныть? Давай, звони в скорую. Ладно. Скажи, вырвали зуб, провели операцию, пиздец, нереальные боли, блядь, куда ехать, в скорую надо и так далее, потому что, блядь... Блядь, у меня в голове что-то скалывается, блядь. Поедем в скорую или ты спать хочешь? Куда спать пойду, я тут не могу спать. Ладно, в скорую. Мне еще больно. 03 звоню. Давай, звони, 03, блядь. На кромкой. А адрес уже писать, адрес уже писать. Какой адрес? Ну куда подъехать? Я не подъеду. Ты уже сюда. Забыл адрес или что? Так, да, забыл, хорошо. Я ж водки выпил 200 грамм. Ты тупой, блядь, ты не знаешь, где ты находишься? Нет. Нет, сюда. Они сюда приедут? Да, сюда. Я 200 грамм выпил. Не, они в Ригу приедут, в Ригу вызывай. Звони, говори, ты в Риге находишься, в Кингараке. Блядь, да хватит туда-сюда ходить уже, ну сядь ты, успокойся. Хорошо, Никита, а мне зачем в скорую помощь? Я могу до дома... Блядь, потому что ты заебал, нахуй! Ну нет, зачем скорую помощь? Ну вот отвези его, блядь, хорошо, скорую ладно, помощь, хорошо. Реабилитируйся. Смотри, ошибку выдаю. Что? 03 звоню. Нахуя 03, 112, блядь, или что у вас, блядь, экстренные службы, блядь, номер? Пиздец, нахуй. Мне 200 грамм выпил, Никит. Да, блядь, пиздец, умри теперь, нахуй, 200 грамм. Еще раз, можешь адрес сказать? Ленинградский проспект, 29, да? Да! Да. Пиздец. Здравствуйте, скорую можно вызвать на... На громкий поставь и объясни ситуацию, блядь. Что делать? Значит, Ленинградский проспект, дом 29, корпус 1. Квартира? Какая квартира? Вы внизу будете. А, ну внизу, первый этаж, мы будем ждать. Подъезд какой? Четыре. Четвертый. Четвертый подъезд, у квартиры будете? Да. Что произошло у вас? Ну, у человека зуб вырвали, ему это, ну скажем так, ему очень сейчас плохо после. Ему кисту разрезали просто. Поэтому... Киста, какая так, киста? Ну и ты сам, Кузя, кто сказал? Фамилию ночью, а кому скорую вызывать? Дмитрий Овсяник. Ты знаешь, что такое киста? Ну ты же сам, по-моему, говорил. Нет, я могу... Я блядь! Сейчас, секунду. Пускай вас мужчина не отвлекает, фамилию ночью. Дмитрий, я не помню отчество, скажи отчество, я не помню, правда не помню. Александр. Дмитрий Александрович Овсяников. Лет 47, да, это я помню. А как номер для связи? Какой? Номер для связи, какой? А, 8-925. Угу. 670. Да. 74. Угу. 15. И кем приходится вам? Мне знакомый. Отец, ладно. Скажите, номер для связи кем будет? Какой? Я же тебе сказал, 8-925. Его оставляю. Просто сказать, что знакомый. Так, и карантина нет у него? Да нет, он короной не болел. Ленинградский проспект 29, корпус 1, около подъезда 4-го. Четвертый подъезд, да, все верно. Угу. Не отключайте, пожалуйста, оставьте пока на линии. Хорошо, жду. Знаешь, я последний раз вот купил 4 года назад, реально. Не подумай, что плохое. 200 вот, 4. Я 200 грамм, но столько лет не купил. Сейчас... Заебал, блядь, Федук. Ну я тебе без пиздежа говорю, Никит. Правда, без пиздежа говорю. Не подумай, что плохое. А ты ел в больницу? Ага. Там вас пошлют нахуй. Ты мне позвонишь, я вам оплачу проезд, ну, обратно. Ага. Ну если вас нахуй пошлют. Если его оставят в больнице, то оставят уже убить. Бля, ну мне домой надо, бля. Ну домой поедешь, и тебе кину пару, бля. Бля, ну я в говно сейчас просто, бля. 200 грамм это дохуя, ребят. Ну будьте вы, блядь, вот в чате сидеть, ну будьте вы людьми, а, бля, ёбана в рот, а. Ну чё за хуйня пошла, блядь, вы гиены, блядь, ёбаные нахуй, а. Да-да? Ой, Москва, что случилось? А, у человека зуб удалили, и ему... Так всё-таки вырезали кису или нет? Я не знаю, но вы там были, Никит, он мне сказал, по-моему, что... Ну, киста это, ты знаешь, что такое?
Бля, честно. У него зубная боль. Да? У него зуб, ему, зуб, ему зуб удалили, ему зуб удалили. Лисун ну, лисун, я не помню, ты говорил, что я могу ошибаться, ну что мы там удалили? Там уже говорили. В общем, человек рад сказать. Сейчас какие жалобы? У него удалили зуб, и ему у него адская боль после. Ну сами понимаете, что такое удалить коренной зуб. Это... Ленинградский проспект, дом 29, корпус 1, подъезд 4. Угу. Овсянников, да. Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Александрович, Александрович, не Алексеевич, а Александрович. Дмитрий Александрович. Да, 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 все верно. 47 лет. Да, все верно. Он стоит около подъезда, да? Да, 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 сейчас. Сейчас я вас соединю с врачом, угу. Ему объясню. Насколько это больно, когда удален зуб. Так, сейчас ничего не сбавлю, да, сейчас ничего не сбавлю. Московская скорая помощь, пожалуйста, подождите, мы да. Обязательно вам ответим. Ждем, блядь, ждем. Блядь, запиздим, блядь, Никита, сейчас, блядь, даже до... Для меня даже 2 плюс 2, блядь, сравнять это, блядь, вот 4 как будет, блядь. Да вы разберетесь, если что, Димон тебя подстрахует. Ты уверен в это? Ты сам в это веришь? Да. Московская скорая помощь. Пожалуйста, подождите, мы обязательно вам ответим. Да, бля, ебаный в рот, да сколько вас ждать, блядь, да вы охуели, на, блядь, ну пиздец, 3, блядь, почти 3 часа ночи, блядь, сколько мне вас ждать. А, блядь. Сука. А, блядь. Господи. Московская скорая помощь. Пожалуйста, подождите, мы блядь, вы там, блядь, в конец все ебанулись. Вы объясните нахуй, блядь. Чё у вас там за блядский цирк, блядь, 365 дней в году, блядь, а? Ну чё вы там, блядь, Никит, я в ахуе вообще, блядь. Я просто в ахуе, блядь. Да не, блядь, блядский цирк, по-моему, отдыхает, блядь, по сравнению с этим. Не, реально он отдыхает. Московская скорая помощь. Пожалуйста, подождите, мы обязательно вам ответим. Сука, блядь. Да, вот, 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 уважаемые, скажем так, латыши, так я понимаю, что большинство из вас здесь сидят. Большинство, вот видите, блядь, как вот на нас обращают, блядь, внимание, блядь, скорой помощи, блядь, вот они нахуй, блядь, сидят, блядь, ебаные там автоботы, блядь, вот скорая помощь, блядь, пожалуйста, подождите, блядь, ждите, блядь, сука. Бля, Никит, ну будь хоть ты человеком, я тебя прошу, пожалуйста, ну будь. Я да тут при чем, блядь, надо спасать батю, блядь, твоего заебал. Я сейчас тебя целый день... Говори, говори. Алло, здравствуйте. У нас тут у человека зуб удалили, у нас у человека зуб удалили. Можно мы подъедем, это просто подъедем, вы его, ну, просто посмотрите, проведете осмотр. А, да, погодите, ну, мы не стоматологи. Мы не стоматологи, но человеку просто плохо, ему удалили, понимаете, коренной зуб. Это не молочный зуб, это коренной, понимаете? Коренной да, зуб. И что его корпус-то, что его беспокоит? Ну просто ему хуёво, ему просто ему хуёво, понимаете, правда хуёво. Не надо матом. Извините, но нет, оно так и есть, понимаете, это просто, это факт, понимаете, это банально. На что он жалуется? Мне непонятно такие хорошо. Слова. Никит, непонятно, когда конкретно. На что он жалуется? Хорошо. Голова очень сильно болит. Голова очень сильно болит, хорошо, скажем так, голова очень сильно болит. Что посоветуете? Голова болит, еще что-то беспокоит? Еще что-то беспокоит? Да. Адская боль, он даже говорить не может, ему он с трудом говорит, понимаете, ему зуб удалили. Давление измеряли? Нет, не мерили, нет. Давление. Температуру? Нет, температуру не мерили. И все это началось после удаления зуба? Ну да, ну понимаете, когда вам коренной зуб удаляют, это ж, ну, сами понимаете. Я сам, как бы, у меня у самого зуб удаляли, я понимаю, что это такое, поэтому вводите в положение. Когда это? Ну да вы поймите, мы не стоматологи, поэтому я понимаю. Я вас расспрашиваю. Ему когда удалили зуб? Сегодня, вот буквально полчаса, час назад. Так, и куда вы хотите подъехать? Я вас не поняла, вы сказали, что вы хотите подъехать. Ну скажите адрес. Они должны подъехать. А вы мне хорошо,
подъехайте к нам, извините, я просто, да, подъехайте к нам. Ленинградский проспект, дом 29, корпус. А его сейчас нет, он там, он ждет у подъезда. Давайте, нет, я с ним поеду. Вы можете адрес дать? Не надо. Ой, вы подъезжайте, подъедьте, пожалуйста, я вас прошу. Дайте трубку БТР-ку, пожалуйста. Мне надо его сначала расспросить. Трубку ему дайте. Сейчас, секундочку. Алло. Что случилось, Иван? Да. Зуб болит очень. Да не охуели, блядь. Перезванивай, блядь, пиздец. Блядь, вози нахуй уже батю со стрима, блядь, заебал. Пиздец, я, блядь, со скорой помощи скидывают даже, нахуй. Никит, ты сам понимаешь теперь, что такое жить в России? Вот реально, сам понимаешь, какое жить в России теперь, а? Вот реально. Ты как гражданин Латвии теперь... Звони. Сейчас. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Нам человек, ну, забрать нужно. У человека адская зубная боль. Ему хуёво, ему пиздец как хуёво, блядь, понимаете? Извините. Дом 29, да, корпус 1. Да, подъедьте, пожалуйста, я вас прошу, чисто по-человечески прошу. Будьте вы любезны. Я вас сейчас достаточно, уточните время приезда бригады, не кладите трубку. Ага, окей, да в любое время подъезжайте, блядь. Ну просто мы в ахуе. Блядь. Никит, да, здравствуйте, нам вызвать надо скорую помощь. У человека адская зубная боль. Вызвали? Да, ну, нас переключили, скажем так, нас переключили на вас. Так что, да, подъедьте, пожалуйста. У человека адская зубная боль. У человека удалили зуб коренной. Фамилия Дмитрий Александрович Овсянников. Фамилия, имя, отчество. Дмитрий Александрович Овсянников. Корпус 1, все верно. Да, подъезд 4. Да, черт, подъезд, да, все верно. Зубная боль после удаления зуба. Вы знаете, отложенный звонок, вам врач звонил и не могла дозвониться. Давайте сверим номер телефона. Давай. 925-670-74. 15, да. 15, все верно, все давайте верно. На линии. Если связь прервется, врач вам перезвонит. Телефон. Окей, добро. Ага, добро. Ждем. Московская скорая помощь, пожалуйста, подождите, мы обязательно вам ответим. Да, блядь, да вы заебали нахуй, ну жди. Сука, ёб твою мать, блядь, как же заебали, блядь. Сколько у вас, блядь, автоботов, блядь, здесь, а ёб вашу мать. Тигруля, живи, Тигруля, блядь. Я пытаюсь сделать, блядь, но меня переключают просто с одного человека на другого, блядь, они ебанулись там, блядь. Никита, ты сам все видишь, блядь, это банальность. Жди, блядь, я жду, ну ты видишь, это все банальность, блядь. Блядь, я в ахуе вообще, блядь, я в полной в ахуе, ребят. Блядь. Вот честно, блядь, мне сейчас никуда не охота ехать, блядь, ребят. Здравствуйте. Да, девушка, здравствуйте, я вас умоляю, пожалуйста, помогите нам, а. У человека, да, адрес, Ленинградский проспект, дом 29. Корпус 1. Дмитрий Александрович? Да. Да, все верно, пойдем. Нет, ну, скажем так, он, ладно, да, пусть будет так, да. Он ждет у 4-го подъезда, я его сопровождаю еще, окей, я сопровожду его. А можно я с ним поговорю? Да. Здравствуйте. Зуб удалили, резали десну, больно очень, не могу, адская боль, что делать? Кровотечения нет? Есть небольшое. А когда? Когда десна вскрыта? 40 минут назад удалили, адская боль, не могу. Почему вы на улице находитесь? Почему не дома? Да мы ждем вас. Да мы ждем вас, я просто не могу находиться. Ну помогите, я жить хочу! Жить хочу! Да вы охуеть! Да, ну все, нету ни таблеток, ничего, жить хочу, больно. Ожидайте.
Спасите, пожалуйста, ждем. Да. Спасибо вам огромное. Респект. Если мы тебя учить, бля, Федук, надо нахуй. Никит, ну сам все видел, что я все позвонил. Я что, виноват, что, блядь, у нас такая... Пиздуй за батей, блядь. Все, иду. То он сдохнет там, блядь, в этом. Блядь. Хватит нахуй. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну нахуй ты прыгаешь, блядь. Ну я 200 грамм ебал, ну 200 грамм. А что, блядь, прыжков, блядь, они выпадут из штанов, блядь, твои 200 грамм, нахуй. Кир, наверное, давай за батей пиздуй, блядь. Пиздец, заебали нахуй. 3 часа ночи, блядь, хуйней тут занимаемся, блядь. Блядь. О, Димон, давай. Пиздец. Обувь, блядь, снимайте нахуй. Куда вы, блядь, ходите по хате в обуви? В обуви вообще не ходу. Ну так, блядь, снимите нахуй, блядь. Нахуй ты ее надеваешь, снимай, а не надевай, блядь. Сейчас скорая приедет, Димон заберет тебя, блядь. Я не знаю, как ты завтра будешь что делать, потому что я на весь день, блядь, съебу. У меня там свои задачи есть. Блядь, хватит шароебиться по квартире, блядь. Воды попить хотя бы. Иди сядь, ты уже попил воды, блядь. Суши просто. От чего суши, блядь? Операция, блядь? Ты попил уже воды, садись, блядь. Глоток сделай. Ну вот сок попей, блядь. Воды мне лучше, не сок. Дима, блядь, хватит шароебиться, блядь. Я на месте. Садись, блядь, батя и сын нахуй, блядь. Заебали. Все с вами нянчиться надо, как с детьми, блядь. Садись, батя. Сейчас скорая придет, заберет вас, блядь. Пиздец, надо. Димон, я должен, блядь, за тебя этим звонить всем, блядь. У меня телефона нет. Охуеть, блядь. Я должен объяснять, блядь, что не так с тобой, почему, блядь, как, что. Ёб твою мать.